Всем добрый день! Сегодня у меня будет распаковка посылки с любимого Василька. Кто не хочет смотреть сразу, до завтра. А кто хочет, продолжаем смотреть. Кстати, сразу же хочу обратить внимание для тех, кто пишет, что товар с Василька показывают только распаковку в начале, как только получают. А то, что оно уже в носке, как оно себя ведет, никто не показывает. Вот смотрите, на мне костюм, который у меня был до Нового года еще куплен. Я сама его покупала, еще мне на обзор не присылали посылки. И помните, в этом костюме я в шутливой форме у вас просила 1 сотового подписчика. Я просила у вас. Ну, внук пришел и сказал: бабушка, скоро у тебя будет 100 подписчиков. Я говорю: правда, что ли? Он говорит: да. Я говорю: давай пошутим и скажем, давайте 1 нам подписчика, чтобы пришел на новый подарок мне сделал на Новый год. И потом у меня появились вы все, а теперь у меня уже 116 тысяч. Спасибо вам большое. Ну, так хочу сказать, что вот этот костюм был на мне тогда, и в течение вот этого года, ну, сейчас уже 11 месяц заканчивается, я его время от времени надеваю, ношу и в огород, и в сарай, и дома бывает, выскочу, зелень нарву в огороде, это летом, и видео вам снимала, ну, фартуком закрыто, было не видно, и он совершенно такой же остался, смотрите, он такой же, как и был. И сколько стирок он уже у меня провел. Так что не ругайте всю продукцию с Василька. Мне, по крайней мере, попадаются хорошие вещи. Я еще даже не знаю, что было плохое, что растянулось, вытянулось. Я вам потом еще платье покажу, которое уже носила тоже какое-то количество времени. Итак, открываю посылку. Посылка небольшая. Я не наглею, не заказываю много. Мне присылают приглашение зайти в их магазин. Я захожу и что-то для себя, для своей семьи приобретаю. Сейчас я все вытащу, чтобы не шуршать, и дальше вам буду показывать. Что же в этот раз я заказала и что мне прислали? Посмотрим. Накладная лежит сверху. Я вам потом цены зачитаю, какие здесь цены. Хочу сказать, что я уже заказывала на подарки к Новому году своим домашним всем. Смотрите, что я заказала. Вот это я заказываю первый раз. Это лоскуты. Они у них продаются на килограмм, на вес. Килограмм вот этих лоскутов стоит 145 рублей, если я не ошибаюсь. Но потом я еще раз прочитаю. Я соблазнилась, потому что я занимаюсь еще рукоделием. И мне захотелось узнать, какие же лоскуты они там у себя продают. Посмотрим. Я так понимаю, что это срезы с краев от постельного белья, которое они шьют. Если постельное белье там полуторка, остается срез по краям. Смотрите, красивые. Я хотела, чтобы были и светлые, и темные кусочки. Посмотрим, что мне положили. Ой, велосипеды, смотрите, какие звезды. Сейчас разберу. Так, велосипеды. На белом поле вот такие вот велосипеды. Вот такие стрекозы. У кого-то такое, видно, постельное белье есть со стрекозами. Вот такие звезды на сиреневом. А вот смотрите, какие. Нежный-нежный цвет, серенький. Так, вот это убираю. Пока мне все нравится. Пока все очень даже нравится. Так, что дальше? Какие лоскуты? Вот у кого-то такое постельное белье есть. Так, эти лоскуты уже поменьше. Но меня размер, я скажу вам сразу, меня размер устраивает. Что длинный, что короткий. Я просто занимаюсь лоскутным делом, шью из лоскутов. И мне размер вообще не играет значения. Даже 5 на 5 сантиметров я пущу в ход. Вот смотрите, какие. Это, наверное, с полметра, а шириной сантиметров 25. Вот такой сиреневый цвет. Даже такой насыщенный сиреневый. Смотрите, какой широкий.
длинный, широкий, говорю, длинный. Несколько лоскутов сиреневых, 4. 4. Так. Дальше смотрим. Ой, какая нежность. Ой, какая нежность. Смотрите. Прямо зефирный цвет. Вкусняшка. Такая вкусняшка. 3 или 4 тоже лоскута вот таких. Я думаю, что ни одна женщина, которая занимается рукоделием, не останется равнодушным. Ой, а вот это верба. Посмотрите. На темном поле верба. Красота. А вот это первый лоскуток, как был вначале, я показывала. На голубом. Вот этот потоньше, вот этот, вот эти вот плотные ткани. В общем, своим приобретением килограмма вот этих тканей я очень и очень довольна. Дальше сейчас пойдем смотреть. Все сдвинула. Вот это должно быть для меня. Себе я хотела заказать. Так. Туника. Туника написано. Вот такая туника. И это для меня. Я потом надену, покажусь вам. У нее такой вот материал прям в руках, бархатистый какой-то. Стрейч. 52 размер. Надену и покажу. У меня вообще-то не было такого яркого, цветного, ничего такого верха не было. Но буду теперь радовать всех своим видом цветным. Покажу потом. Так, что здесь? Это должна быть ночная сорочка. Захотелось мне посмотреть, какого качества сорочки ночные. Это тоже на меня. Это все мне, это мне. А я себя не обделила. Помните из фильма? Вот, смотрите. Длина какая. Пуговички тут. Без рукавов. У нас тепло очень, поэтому спать без рукавов очень даже хорошо. Я не мерзну. Так, здесь что? Кто здесь нарисован? Что здесь такое? Какая-то гусеница или овечка. Но это я, конечно, вам не буду примерять. И это я сама потом примерю, без вас. Так, теперь что? Смотрим дальше. Я заказывала своим девочкам и дочери, и снохе кое-что. Вот такой костюм. С птичками, невеличками. Сейчас посмотрим, какого это размера. Это костюм будет на нашу дочь, на Аню. Аня у нас покрупнее, а Лена помельче. Во! О, длинные штаны в клеточку. И такая к ней кофточка или блузочка. Домашний костюм. Смотрите, на груди как интересно будет видно. Птички будут райские петь. Аню-то наша будет очень довольна. Так, это Аня. А это тоже Аня. Я хотела ей купить в обратную цвет другой. На черном поле белые буквы. Но таких уже не было, пока я собиралась, не было. И я заказала на белом поле черные буквы. Футболочка такая. Со спущенным рукавчиком. Она хлопок, чистый хлопок, приятная. Смотрите, как низ сделан. Верх покороче, а низ подлиннее. Сейчас такие туники делают тоже. И платья такие делают. Так что, Анюта, тебя ждет радостная новость. Тебе тоже угощение от Василька пришло. Так, это смотрю, что тут. Это нашей Лене, снохе. Захотелось мне ей заказать комплект такой. Говорят, что сейчас в этом
сезоне модны киви. Что-то фруктовые принты модные. Вот халатик такой ночной. И ночная сорочка маечкой сделана. Сейчас покажу. На тоненьких бретелечках. Это Лена наша будет щеголять. Лена, ты, наверное, увидишь раньше, чем я тебе это принесу. Она у нас немножко приболела дома. Ну вот, порадуем ее тоже. Какие интересные принты сейчас делают. Так, халатик что? Рукавчик с манжетом. Смотрите, швы. Я думаю, что все хорошо. И прошито, и оверлок сделан как надо. Так, смотрю, что тут. Еще и поясочек есть. Что-то в последнее время я не пользуюсь поясами. Может быть, она будет пользоваться. А если не будет, значит, так будет запахиваться. Да и все. Ходить нараспашку. Ой, какие фрукты. Ой, какая зелень сочная. Так, длина видна за колено. Сейчас к себе приложу. Да, за колено. Советую. Сразу комплектик ночной. Утром встали, кофеек сварили, чайничек поставили. И настроение хорошее от того, что красиво на вас надето будет все. Так, это что? Чисто женский заказ в этот раз у меня получился. Смотрю, что это. Это снова костюм. Уже светленькие штанишки. Это, наверное, снова нашей Лене. Ане костюм с темными штанами, а Лене со светлыми в клеточку. Здесь широкая резинка вставлена. Все как надо сшито, а то бывает шьют, что и вперед, и зад одинаковый. Кстати, в вещах мама моя говорит, что сейчас почему-то шьют вещи, когда рукав вточной делают, неправильно шьют. Прям сразу вот так этот шов переходит в шов в рукаве, вот здесь шьют. А он должен быть вот здесь вот, этот шов. Почему, говорит, обувь шьют на левую ногу и на правую ногу разную? А почему рукава должны быть одинаковые? Рукав бывает и левый, и правый. И у него впереди вот так вырезано побольше, в правом рукаве в эту сторону вырезано, а в левом вот в эту сторону. А сейчас вот так шьют. Так им удобнее, лекала такие видно. Ну, смотрите, какой котик забавный. Котик рыжий. А у них, кстати, рыжий котик. У них Кузя есть. И он недавно у них мышку поймал, они показывали. Вот и мышка выглядывает. Лене наш подарок. Еще хочу сказать, что я к Новому году заказала скатерти. В Васильке очень много скатертей. И рогожка, и лен, всякие разные. Я заказала к Новому году вот такие. Вот эти две скатерти, это виноград. Виноград, как она называется? Скатерть, цветущий виноград. Салатовый цвет. На салатовом поле нарисован принт. Цветущий виноград. Сейчас я вам покажу. Я потом все это упакую как надо. А, смотрите, а тут цветы другие в середине, а по краю виноград. Вот, смотрите, какая красивая скатерть. Вот сюда кладу. Сейчас на синем поле посмотрим виноград. Вот на синем поле виноград цветущий. Я заказала большие скатерти на раздвинутый большой стол для гостей, для семьи большой. А здесь вообще как кружево, смотрите, как красиво сделано. Прям кружево. Так, дальше смотрю. Вот эта скатерть.
Скатерть-рогожка 150 на 180. Натюрморт с самоваром. Натюрморт с самоваром синий. У самовара я и моя Маша. Ах, как хорошо. Сразу настроение появляется. Эта скатерть чуть-чуть поменьше, но я ее развернула во всю ширину. Ой, как красиво! Ой, как чаевничать будем! Кому подарю, к тому приду на чай. Мне нравится. Очень нравится. И еще одна скатерть. Маки. Я хотела еще скатерти другие заказать, но тех, которые хотела в прошлый раз, видела, а их уже нету. Товары с Василька быстро разбирают. Так, здесь уже вот такие маки. Это тоже поменьше скатерть, видите? Сколько тут? 150 на 180, наверное. Бумажка упала. 150 на 160. Так, я открою тоже ее. Маки. А, вот это очень похоже на белорусский рисунок. Вышивка белорусская. Вот, 4 скатерти заказала в подарок. Кстати, хотела еще полотенце с новогодними принтами заказать. Но я в рукоделии использую полотенце, а мне захотелось еще другие какие-то. А уже нет новогоднего принта. Когда я заказывала, их не оказалось. Ну, буду еще смотреть попозже. Пришлет мне приглашение еще посетить магазин. Василек, любимый Василек. Я еще схожу туда. Находясь дома, я схожу в магазин. Конечно, схожу. Смотрите, какая красота. А сейчас я вам хочу показать. Я сейчас переоденусь и покажу вам платье, которое было куплено, приобретено давно и попозже. Я вытащила, они, правда, ну, лежали в шкафу уже, это же летний вариант был. И немножко помялись, глаженые, но в шкафу лежали. Я сейчас вам надену и покажу, и посмотрите, где и что вытянулось. Оцените. Вот это платье мне присылали в июле. Много видео я сделала, одевала это платье, надевала это платье. Вы меня видели, но было прикрыто фартуком. Смотрите, где оно вытянулось, я не знаю. Смотрите, я его мерила и тогда, когда приобретала. Вот такое. Вот это платье было поменьше, а второе платье в стиле боха было. Сейчас надену и покажу снова. Вот то платье, про которое я вам говорила, в стиле бог, оно свободное. Оно и было же мне свободное, а вы написали, оставьте оба. Я оставила, вначале же хотела дочери отдать, а потом оставила. В нем так прохладно и свободно, хорошо было летом. Оно же такой материал хороший, не жарко. Я его сколько стирала, оно не линяет, нитки ниоткуда не вылазят, что потянешь за одну нитку и все вылезет. Все нормально, как было, так и есть, все подшито, все хорошо. Я не знаю, я довольна, очень довольна. А сейчас покажу еще одно платье, и вы обязательно меня в нем вспомните. Вот мое платье от Василька и с Васильками. Оно пришло ко мне 22 апреля. Ну, сколько уже месяцев прошло? Больше полгода. Носила все лето. Я и шашлыки в нем делала, в каком-то видео есть. Носила, всегда носила. Смотрите, вот, и сзади. Где оно вытянулось? Где оно деформировалось? И постельное белье все как было, так и есть. Стиранное, пользуемся, маме даю, мама пользуется. У мамы одеяло в очень хорошем состоянии, она всю зиму им одевается. Все лето, она же у нас мерзлячка. Она все лето одеялом этим одевается, которое 6 яков было. Мы покупали тогда, я показывала вам. Ну так. Знаете, что еще хочу сказать? Что не задумывались никогда, почему покупают куриные яйца, а утиные и гусиные не спрашивают? А потому что реклама.
Курица, прежде чем сядет на гнездо снести яйцо, начинает кряхтеть, кричать, пищать, ко-ко да ко-ко. А потом снесет яйцо, как разорется, ко-ко-ко-ко-ко-ко. А петух бежит ей навстречу и вроде как подхваливает. Так вот, реклама – это большое дело. Вы говорите, что надоел Василек, надоел. Не надоел. Это мы делаем ему рекламу, но мы в то же время носим его вещи. Если бы был плохой товар, я бы не стала рекламировать. Я обещала вам цены сказать, сейчас вот разложила вещи по порядку и буду называть цены. Скатерть, натюрморт с синим самоваром, размер 150 на 180, 294 рубля. Скатерть, цветущий сад, виноград и синий цвет, и салатовый, 350 рублей. Но размер у него больше, 150 на 220, 350 рублей. Дальше, скатерть маки. Размер 150 на 160, 266 рублей. Футболка женская, круиз, белые и запятая, и буквы на ней черные. 354 рубля стоит она. Женская сорочка голубая, 417 рублей стоит. Костюм женский, вот этот, с темными штанами, с птичками, 816 рублей. Лоскут, вот этот лоскут, 145 рублей стоит. Вот этот килограмм лоскута 145 рублей стоит. Дальше, комплект сорочка с халатиком, вот этот комплект, стоит 812 рублей. Дальше, вот этот костюм стоит 595 рублей. Ну и, наконец, туника, принт. Вот, на мне, которая я себе заказала. Стоит 576, по-моему, рублей. 576 рублей. Вот так она выглядит. 52-й размер на мне надет. 1,62 м рост. Смотрите, длина какая. У меня 1,62 м. Хочу сказать всем большое спасибо, кто просмотрел мой обзор Василька. Хочу сказать, заходите в гости к Васильку, выбирайте себе то, что вам понравилось, то, что вы хотите иметь и носить. Ну, а для тех, кому это не нравится и кто привык спать на шелковом белье и в других нарядах ходить, не в таких, как мы, простые люди, ну, тому, значит, надо в салон в какой-то идти или ехать. А для нас это все хорошо, для простых людей. Тем более с пенсией 10 000 рублей. Всем всего хорошего. До встречи!